привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Начало августа. И по многочисленным вашим просьбам я сегодня иду опять в магазин Роя Хундура, куда привезли зимнюю обувь. Многие из вас спрашивали, где в Турции купить зимнюю обувь. Поэтому давайте пойдем вместе в магазин Роя Хундура, посмотрим самое главное — цены и какой там есть ассортимент на зимнюю обувь. Многие из вас уже были в магазине Роя Хундура. Находится он в самом центре Алании, на пятничном рынке. Вот вы видите, я стою на автобусной станции, куда приходят все автобусы. Ссылку я оставлю в описании. И, сойдя с автобуса, вы поворачиваетесь и идете вглубь на одну из боковых улиц. Видите вот такую вот красную вывеску, и в конце вот этой улицы находится магазин Роя Хундура. Как я уже говорила, магазин Роя Хундура находится прямо на пятничном рынке. Вот вы видите, сегодня четверг, и продавцы уже раскладывают все свои товары. Вот так вот выглядит этот магазин. Конечно же, в описании я оставлю ссылку на местонахождение этого магазина. Но вы увидите вот такую вот розовую табеллу и вывеску, и точно не ошибетесь. Давайте теперь пройдем внутрь и посмотрим, что же у них есть новенького. Ну что, друзья, в магазине Роя Хундура сейчас начались скидки от 50 лир цены, представляете, на кожаную обувь. Здесь есть мальчик, который говорит по-русски. Вы по-русски говорите? Да. Говорите? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот здесь у вас за 50 лир есть обувь? Да, кожаная обувь есть. Да, покажите, какая кожаная. Вот такая, Мамамия бренд есть, тоже такая. Вот, Мамамия — это турецкая фирма, да? Да? Хорошая фирма? Очень хорошая. Такая тоже. А почему цены упали со 140 до 30, до 50? Потому что размеры мало осталось. Сезон заканчивается. Да, сезон уже. В общем, друзья, здесь очень много разной обуви. Другой цвет тоже есть такая. Очень красивые вот такие. Всего 50 лир кожаные. Супер, да. На лето. На следующее лето уже можно покупать. А мне понравились вот эти вот. Вот такие я хочу. Черевички. Все эти самые серебряненькие. Да. В общем, здесь очень большой выбор кожаной и не кожаной обуви. Цены от 50 лир. Внутри. Пойдемте внутрь. Да. Покажите нам, что там есть внутри. Внутри. Вот такая есть тоже кожаная. А, вот эти по 60 лир, да? Да. Это тоже Мамамия, да? Это тоже Мамамия. Вот отличительный знак Мамамия. Это все кожаное. И 60 лир. Да. Здорово, ага. Но мне очень нравится, здесь спортивные есть, очень красивые, всякие разные тапочки. Здесь большой выбор всякой разной спортивной обуви. Да. Но она спортивная такая, повседневная, да. Даже, да? Да? И они очень удобные, супер. Вот эти вот прям кожа натуральная. Да. Сколько они стоят? 160 лир. 160 лир. Очень классные. И летом, да, не да, жарко? Да, летом. И весной, осенью. Вот эти тогда тоже надо померить мне. Да. И есть, видите, для модниц всяких разных цветов, серебряные. Кто любит блестящее, вообще классно. Глаза прям разбегаются. Это модно. Это года модно блестящее. Большой выбор вот таких вот разных на выход туфель. Ну вот, например, сколько средняя цена? 119, да? 119, да. 119 лир. И у вас есть большие размеры, например, да, 41, 42, 43, 44. То не все модели. Не все модели. Не все. Угу. Очень красивые. В общем, много вот такой вот разной спортивной обуви. Особенно вот таких вот белых тапочек, которые я очень люблю. И прям кожа без всяких, да, это тоже кожа. Без всякой синтетики. Супер. Красивые очень. Большой здесь, кстати, выбор вот таких вот модельных туфель. Например. Кто любит высокие каблуки, стоят они всего 90 лир, да, 90 лир разных фирм. Ну и, конечно же, цветов здесь огромное количество, и желтенькие, и синие, и красные, и, ну, в общем, какие хотите, да, и прям огромные каблуки даже есть. Вот, например, Мамамия, да? Да. Вот эту фирму я сама это ношу. Очень. А, и они еще с ортопедической такой. Да. На высоком каблуке с такой ортопедической? И платформа есть. Ага. И сколько они стоят? 150 лир. 150 лир. Супер, вот эти вот очень красивые. Ну и, конечно же, здесь рай тапок. Кто любит тапки всякие разные. Слушай, мне прям все хочется померить.
Да, можно. Мне все, времени не хватит. Вот эти очень красивые. Давайте я еще вот эти померю. Давай. И какие-нибудь беленькие, может быть. Айхан, зачем мы сюда пришли снова? Mm-hmm. Я сейчас опять все куплю. Да-да. Да-да. А еще здесь большой выбор вот таких вот летних сандалий с разными, видите, такими декоративными красивыми камушками. Ну, например, сколько вот эти стоят? 100 лир всего. Очень много разных моделей, разных цветов. Посмотрите, какая красота на лето. Они тоже такие мягкие, ортопедические. 89 лир. 90 лир всего. Шлепки, что-то в виде вот таких вот шлепок. В общем, выбор огромный, но мы пришли сюда смотреть зимнюю обувь. Поэтому пошлите наверх и посмотрим зимнюю. А ну там наверху. Можно, можно. Да. Посмотрим. А, кстати, да. Вы откуда русский язык знаете? Да, учить на школе, курс и отель, ага. На работу. Трудно? Да. Нет, русский трудно? Нет. Нет? Русский язык трудный? Нет. Нет? Все. Русский язык не трудный. Не трудный. Да. Нормально. Поэтому, как английский. Поэтому, когда приходите в магазин Руя Кундура, здесь есть русскоговорящий персонаж. Пошлите скорее зимнюю обувь смотреть. Можно? Зимняя обувь. Да. Зимняя все новая коллекция здесь. Начинается и здесь. Здесь. Ага. И там тоже есть. Вот это кожаная. Да. Кожаная. Чисто кожаная. Какую они цену? 279. Да. Ой, они прям пахнут кожей. Разные цвета, зелененькие, коричневые, черные, классные. Они водонепроницаемые? Как? Водонепроницаемые. Сугечами? Нет. Водонепроницаемые. Вот это осенние, да, получается? Да. И все мама мира. Какао. Прекрасно. Ой, вот эти мне понравились. Модные такие. 250 лир. Красивые. Еще вот что-то типа казаков. Ой, вот это классная модель. Это тоже кожаная? Тоже кожаная. Да? Все кожаное. И тоже мама Мия. Да, тоже мама Мия. 279 лир. А есть на меху? И они разных цветов такие есть. Угу. А вот эти сколько стоят? Это 320 лир. На меху. Ну это прям на русскую зиму. Да. Да? И это все кожа? Это натуральный. Натуральный мех? Натуральным мехом. И натуральной кожа. Угу. Вот эти красивенькие. Еще другой цвет есть. Вот эти мне понравились. Вот эти можно померить? Можно. Эти мне понравились. Вот это зимний сезон. Да. Сколько они? 319 лир. И разные цвета, да? Да, и черный, разные. Черный. Коричневый, черный. Такие стоят 269 лир. Такая тоже будет. Ага. Ну, вот эти красивые, такие оригинальные. Да. Осенние это скорее, да? Да. Угу. И тоже разные цвета. Здесь дальше очень много, большой выбор обуви разных цветов. Например, есть вот такого вот спортивного плана. Вот эти очень красивые. Да, очень. Молодежные такие. Вот такие. Ой, вот эти классные вообще. 279 лир. Такие черные же были, да? Зелененькие. Да. Коричневые. Коричневые. Ага. Супер моднявые. Вот такие вот, кто любит с цепями. Все, кстати, фирмы Мама Мия. Вот эти очень классные. Такая есть. Угу. Но это все не на меху, а не на этом самом. Угу. Такая. Угу. На сколько градусов они выдерживают мороз, например? Минус 25. Минус 25, да. Без меха? Без меха. Минус 25, ничего себе. Есть вот такие вот модельные красненькие. В общем, выбор большой. А вот это что такое? Прям... Еще такой маленький размер, тоже есть каблуки на осень. Угу. 33. 33, даже да. Маленький размер. Такой тоже 34 есть. Угу. У кого совсем маленький размер. Да. Вот это такая. Ой, вот эти прям такие классные, мягкие. Да, очень. Угу. Если бы в Алании было холодно, я бы все такие, да.
Но это прям на зиму. Вот кто любит спортивные и одновременно зимние. И они на каблучке еще на таком. Сколько они стоят? 229 лир. Да. Классные. В общем, выбор очень большой. Бордовые. Вот такие вот модельные прям на шпильке. Черные тоже на каблучке. Но это скорее осенние. Вот да, эти очень осень. Красивые прям. Замшевые. Ну и такие вот молодежные тоже. Более молодежные на шнуровке. Вот эти сколько стоят, например? Тоже Мама Мия. Да, тоже Мама Мия. Разные цвета. 240 лир. 240 лир. В общем, друзья, здесь выбор просто бесконечный. Вот, а, и спортивные. Здесь на осень все новое. Это все новая коллекция? Да, все новая коллекция. Ага. На осень. Ой, вот эти прям такие классные. Это кожа? Кожа, чисто кожа. Кожаные. А какая это фирма? Какая это Венус. Венус. Как Мама Мия, это тоже хорошо качество. И сколько такие стоят? Это стоит 146 лир. 140 лир. 146, ага. Разные кроссовки моднявые. И такой грейдер есть тоже. Балетки чистой кожаные, это тоже. Как мокасины. Да. Ага. И главное, что они все вот с такой вот ортопедической стелькой. В них ходить удобно. Сколько грейдеры такие стоят? Это 180 лир. Чистой кожаной. 180. Такая ортопедическая стелька Мама Мия есть. Вот. Это модно. Ой, она прям вот натуральная ортопедическая, да? Прям. И сколько такие стоят? 196 лир. Да. Ой, красивые. Такой есть тоже модный. Спортивные. И не тяжелые, кстати. Да. Я себе выбрала разные. Просто обожаю обувь всякую разную классную. Выбрала. Будем сейчас мерить. А, вот здесь еще, смотрите, есть всякие разные. Что-то типа шлепок, тапочек. Ой, прям такие легкие. Это же тоже кожаные, это да? Тоже кожа. 149 лир. Очень классные вот такие на лето. Вообще супер. И вот такие вот моднявые, с разными нашивками. В общем, выбор вот здесь просто огромный, просто нужно приходить и все мерить. И как мы сказали, цены на кожаную обувь от 50 лир, да, начинаются? Да. Ну, 50 лир. 50 лир. От 50 лир. Сколько это долларов? 10 долларов? Наверное, 10, да. 11. От 50 лир на кожаную обувь 10 долларов. Первые, которые я меряю, это вот такие вот полусапожки. Кожаные, да? Они? Да, это чисто кожаные. Ага, с такими вот... Ой, это как раз для меня, потому что здесь не будет оббиваться кожа. И вот такие вот интересные здесь декоративные элементы. Вот эти очень красивые. И они есть разных цветов. Сколько они стоят? Это стоит 279. 9, да. 279. Угу. Еще есть вот такая вот модель. Очень удобные. Они такие немножко более спортивные. И они, какая вот у них подошва, да, они не будут скользить. Да. Да? Да. Сколько они стоят? Это стоит 279. 279. Подошва как трактор. Как трактор. Какую температуру они выдерживают? Это минус 25. Минус 25? Да. Такие тоненькие? Тоненькие, да. Это новая технология какая-то? Да, новая технология. Очень красивые. Такие есть цвета, разные цвета, черные. Да. Еще вот такие вот прям зимние ботинки. Ну, конечно же, в Алании мы такие не носим, потому что здесь жарко. Но это, наверное, прям на суровую зиму, да, градусов 30-40? Да. 35. Они. О, в общем, можно носить вот таким вот образом. Сколько они стоят, эти ботинки? Это 319 лир. 319 лир. Полностью кожа и натуральный мех, да? Натуральный. Здесь? Мех, натуральной, да, кожи. Можно носить вот так вот. Да. С поднятым верхом. Так. Либо вот здесь вот зашнуровать аккуратненько все. Я специально вам просто показываю, как они выглядят на так ноге. Так вот отогнуть. И носить по-разному. Они тоже есть разных цветов, да? Коричневые есть. Коричневые есть. Коричневые и черные. Это темный коричневый и черный есть. Еще такого коричневого есть тоже. Ага. А, такого цвета. Да, такого цвета. Еще темный. Угу. Ну, в общем, очень удобные. Классные. И самое главное, что сейчас обувь-то зимняя, но она легкая. Да. Да. Очень красиво. Ну и, конечно же, на лето самые классные это вот такие вот
спортивные тапочки, это даже не балетки, а тапочки, стоят они 169 лир. Полностью кожа. Очень классные. И еще есть вот такие вот. Они стоят сколько? Тоже 160 лир. Какая вам модель нравится, скажите? Вот беленькие мне больше подходят или черные? Ой, белые такие прям мягкие. Белые вообще мягкие. А, и здесь такая резиночка. Слушайте, даже завязывать не нужно. Ой, классно. Супер. Как вам? Какая модель больше мне подходит? Ну, черные, конечно. А вот эти тоже разных цветов есть? Да. Они же есть, да, внизу. 160 лир всего. И это Мама Миа, а это какая? Это Фрифуд. Это тоже турецкая фирма. Турецкая фирма. И у них тоже ортопедическая такая стелька, да? В общем, друзья, вот эти прям красота. У меня скоро будет целая коллекция белых тапок от Руя Кундура, кстати. Да. Вот эти мне очень понравились. И прям размером. А это какой? 40-й? Это 40. Да, нет, 39. Ага. Это 39. Вот эти очень классные. Ну, вот эти вот я возьму. И вот эти вот тоже. Да, да. Померим какой-нибудь другой размер. Другой цвет, не черный. Хотя черный тоже красивый. Черный тоже красивый. В общем, напишите обязательно в комментариях, какие вам понравились. Черные или белые. Ну, не знаю, я хочу оба. Айхан, короче, разорится. Айхан, открывай кошелек. В общем, как вы видите, в магазине Руя Кундура очень много разной обуви. Да, много. От зимней на супермороза российские до вот такой вот летней обуви, в которой даже можно ходить в Алании в жару, да, в 40 градусов. Да. И самое главное, что это кожа и очень комфортно и классно. Поэтому, как не придешь в магазин Руя Кундура, все сразу хочется. Ну, кроме вот этих сапог нет, эти я точно не хочу. Это те, кто приезжает в отпуск в Алании, кто живет в России, обязательно приходите, меряйте, смотрите. Я думаю, что качество, соотношение качества и цены вас приятно удивит, потому что, например, обувь Мама Мия я покупала 4-5 лет назад, и у меня до сих пор тапки есть, которые я ношу, с ними вообще ничего не происходит. Поэтому обувью Руя Кундура мы очень довольны, и я думаю, что многие из вас, потому что многие приходили сюда и покупали, и носите вы с удовольствием. В общем, друзья, красота неописуемая. Мне всегда все хочется в этом магазине. Поэтому, если вам что-то понравилось, здесь, кстати, есть тоже сумочки. Если вам что-то понравилось, приходите, меряйте. Новый сезон очень классный. Настолько удобная обувь. Посмотрите. Белые тапки это просто моя слабость. Очень классная. В общем, показала вам цены на обувь, на новый сезон. Поэтому вы теперь в курсе. И когда приедете в Аланию, приходите тоже в этот магазин, выбирайте, смотрите, что вам нужно. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, как вам модели, как вам цены. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и до встречи в следующих видео. Пока-пока.